Дача чуть назад. Кирьянов попробовал остановить, но на входе в зону подловил Борис соперника. Скленечко, бросок, гол! И Давид Скленечко продлевает свою результативную серию до 7 матчей. Важнейшая шайба 2-2. Отличный бросок получился. Ну и давайте смотреть вот здесь. Уже концовка. Уже не видим мы эту передачу Локомотива. Передачу крайне неудобную. И Кирьянов попробовал сохранить движение вперед. Попробовал обработать шайбу. Вот здесь вот. Дальше Скленечко этим воспользовался. Увидел не самое комфортное положение соперника. Ну и побежал, бросил над щитком. Под ловушкой проходит шайба.